Так, ну что, здорово, ребята. В прошлом видео вы видели, что нашлись люди, подписчики, которые мне подарили мотор, но мы его еще не установили, потому что для этого нужно очень много времени, дополнительные руки, как вы понимаете, и мозги, куча читать, книжечка как минимум по ремонту. Вот пока что мы занимаемся кузовом, потому что я вам сказал, что нету кузова, нет машины, так сказать. Да, я езжу вот так вот с разноцветной шпаклевкой, да, не покрашенной, не затертой. Да, я даже так и работаю, так и таксую, пока моя машина не взорвется, я так езжу по городу. Я думаю, что моя машина самая модная среди всех мерседесов, даже что сказать, по всему городу Минску, самая модная машина. Поэтому сегодня наша задача — это постараться все-таки что-то изобрести из этой арки. Честно говоря, это уже пойдет, наверное, седьмой слой шпаклевки. Надеюсь, он по зиме у меня не растрескается, как какие-то фрески, так сказать, на итальянском соборе. Но, тем не менее, уже машина начинает быть похожа на машину. Хочу напомнить, что тут у меня просто нереально крутые сварные швы, так что даже экзибит позавидует, блядь. Поэтому, друзья, давайте собираемся в работу и займемся, и посмотрим, что же мы сегодня сможем сделать. Поехали. Все. Pleasure, but not much to rely on. Your love ain't free, it's killing me. I want it to end, oh. Cause I've been trying, I've been waiting, waiting for so long. I'm waiting, 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 waiting. Никак я не могу эту дырку вывести, короче. Видите? Неровность вот тут. Надо, чтобы прямая была. Это уже четвертый слой. Не получается, блядь. Не знаю, мы тут с дядей Боем стоим. Вот, спасибо ему, кстати, за то, что он сегодня оператором помогает мне. Я уже тру вот этой рукой, ну, 2 часа, блядь, уже затираю просто. Ну, уже потихонечку продвигаемся. Я тёр сначала с водой, потом попросил дядю Боя посмотреть, прочекать. Оказывается, нельзя шпатлёвку с водой затирать. Потому что она напитает воды и потом отлопается и дальше. Вот такая работа, ребят, блядь. Так что продолжаем. Дядя Бой, давай просто проверим, попали ли мы в цвет хотя бы. Пиз. Блять, мне кажется, это больше на твой машину похоже. Блять. Ну, залупа, я понимаю, конечно. Притом, баллончик такой конченый, эмаль автомобильная, алкидная, ремонтная, блядь. Вот такими баллончиками надо очень аккуратно красить, потому что они настолько жидко разведены. Но мне самое главное, чтобы... Вот, смотрите, я держу 0.5 метра просто. Она хуярит таким, блядь, напором. Маярик хуярит. Это плохой очень знак, я вам хочу сказать. Давай, ебашь. Итак, решение, блядь. Как покрашу, так покрашу. Все равно хуже уже не будет, правда? Ёб твою мать! Пизда! Ёбаный! Ёбаный мать, блядь! Ты смотри, какой... Блядь, ты посмотри, какой напор! Вставляй, блядь. Завод! Это пизда просто, блядь!
полметра, блядь, даже метр уже начинаются потеки, блядь. Ну давай еще один раз. Переход охуенный какой, в цвет попали, блядь, да? Охуенно, я считаю, что, блядь, еще походит, блядь. Ну хули ты хочешь, оболочка $3, ёпта, стоит, блядь. Зеленая, хули вы хотите, блядь? Самое главное, блядь, с покровки-то не видно, блядь. Почти не видно, блядь. С покровочки-то не видно, блядь. А что вообще это за краска-то такая, да? Высококачественная. Эмаль воздушной сушки. Эмаль наносить на расстоянии 25 сантиметров, блядь. Если вы эту эмаль, блядь, 25 сантиметров нанесете, то у вас просто капли будут. Это такая жидкая залупа. Это, понимаете, порошок, который в растворителе, блядь, разлили. Все, и под давлением подается. Зеленый сад. Цвет называется зеленый сад. Так что у кого... Зеленая машина, пожалуйста, это ваш цвет, зеленый сад. Елочка мне нравится! Елочка, блядь, мне нравится! Вот, восстановил фонарики, короче, старые свои. Они были вообще в хлам, сгнившие, я их восстановил. Немножечко лака добавил, поднял окраску. Видите, как некрасиво получилось. Ну, тут особой-то красоты и не надо. Это так, на первое время. Я честно скажу, ни один толщиномер, если придет какой-нибудь Эльдар автоподбор, он не сможет пробить даже сколько тут сантиметров шпаклевки. 15 сантиметров. 15 сантиметров. 15 сантиметров. 15 сантиметров. Откровенно пиздец. Но, смотрите, в принципе, все уже более-менее неплохо получается. Конечно, профессионалы на гаражах говорят, что тут задача, чтобы было не то, что одинаково левое и правое, чтобы было ровно. Если будет ровно, тогда ни одна сука не прочекает вообще. Ну, если только вы будете ходить с лупой и сравнивать левую и правую часть. Вот так, видишь? Чик! Она уже вырисовывается. А если сравнить, к примеру, вот эту часть, мне она очень нравится, как получилось. Смотрите, я еще не дотер, нормально. Она такая же, то есть именно даже вот ровная такая. То есть все я повторил практически, то есть Мерседес создал заново. Это знаете, когда бюро вот эти дизайнерские, конструкторские, они же тоже из шпаклевки, там из глины специальной, создают новые модели. Вот я создал новый 202 Мерседес заново. Это лучше, чем ничего, да? Все походит, да? Когда говорят владельцы 202 Мерседес. Бля, просто надо где-то переход. Вообще обычно делают переход, ну, по канту, где-то тут. Но мы просто заебемся. У нас осталось 1.5 часа. Нас выгоняют из гаража, блядь. Закончить, все покрасить, высушить. Короче, снимаем фару. Вот, делай для любой переход, короче, вот так вот где-то. Вот да, по ручку, наверное, вот так вот покрасим. Колхозно, и хуй с ним, блядь. Будем ездить все равно на перекрас, блядь. Да, дядя Бой занимается... покраской машины профессионально. В GTA играет и покраска машин. У него двойная специализация. Ну клей, да. У меня вообще-то образование инженер-механик не закончил. Да ну нафиг. Ты в GTA, наверное, все машины прокачиваешь, да, бля, лучше всех. Не, ну надо как-то рекламу твоего канала, людей заинтересовать инженер. Знаете, такой автомобиль замечательный. О, ну, моя зарплата еще, конечно, не позволяет такой автомобиль привезти. Поэтому, пожалуйста, документики, мы проверим и все. Ладно, они у меня тут в бардачке лежат, секунду. У нас есть просто 1.5 часа, нам сказали, нахуй, гараж нужен, через 1.5 часа уебывайте, блядь. Сука. А! Поеб твою мать.
Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Работа продолжается, спасибо, что следите за каналом, и, кстати, хочу большое спасибо сказать и моим подписчикам, вам, что вы меня поддерживаете, ну и, конечно же, хозяину гаража, что он меня терпит, он просто, если честно, мне не говорит, но он же просто не рад сам, что мне когда-то предложил вообще к нему присоединиться, и поэтому большое спасибо тебе за твое терпение, терпеть эту шпаклевку, это надо, честно говоря, очень-очень много сил, так что все, друзья, подписывайтесь на канал, оценивайте, ставьте лайки. Если вам понравилось видео, дальше будет интересно. Хочешь получить ранний доступ ко всем новым видео на моем канале? Смотреть крутой контент без надоедливой рекламы, притом реально влияя на мое творчество? Тогда я предлагаю тебе стать покровителем моего YouTube канала. Да-да, ты не ослышался, ведь такую возможность уже давно используют более 1 миллиона поклонников по всему миру, и делают они это на Патреоне. Это такая платформа, с помощью которой авторы могут распространять свои творения по платной подписке и предоставлять дополнительный эксклюзивный контент для своих подписчиков, называемых покровителями. Все очень просто. Ты проходишь по ссылке в описании на мою страничку на Патреоне, выбираешь удобный для тебя уровень покровительства, внося маленькую копеечку. Таким образом, ты помогаешь мне и моему творчеству, а я же, в свою очередь, даю тебе доступ к самому полезному и эксклюзивному контенту, а также праву реально влиять на мой канал. Видя твою реальную помощь, я буду изо всех сил стараться оправдать твои ожидания и сделать этот наш с тобой канал еще более качественным и интересным. Поэтому приглашаю стать моим другом, и только вместе мы сможем сделать самый крутой канал на YouTube. Увидимся!